сделал двойку, отдал ему ногу. О, почувствовал, что он забирает ногу. В данном случае, если бы, конечно, Андрей так брал, я бы сразу... Поэтому навряд ли так кто-то будет брать. Буду брать одну ногу вот так. Да. И вот отсюда я начинаю работать. Я еще раз. Мужчина. Забрали гильотину. Если он не отдает гильотину, например, раз, я перехожу сразу же анаконду. Крутился. Закончил. Он проход. Крючки в него. Я заканчиваю гильотиной. Специально отдавайте ему вход на какой-либо прием и делайте контратаку. Ясно? Он ударник, я борец. Я должен его перевести, помните? Он развивает атаку. Я делаю прихват, вход и перевожу. Раз, два, три. Мне очень понравились ребята на семинаре. В течение двух дней мы работали по три, больше трех часов на тренировке, не выходя с этого зала, потели. И ребята достойно, действительно хорошо отработали. Все выходили мокрые, натренированные, задавали вопросы, интересовались. Насколько их не уровень, тут зависит индивидуально. Я видел ребят очень хорошие. Думаю, что в дальнейшем точно будет чемпионами Европы, чемпионами ВИР. ММА – это все-таки сложная версия, это все равно версия должна быть полупрофессиональная или профессиональная, в которой участвуют уже сформировавшиеся спортсмены. Я делаю все для того, чтобы наши спортсмены участвовали в подготовительных версиях, в версиях, которые предшествуют именно ММА. Вот зачем нужен был именно вот этот семинар. Поэтому, конечно, это честь для меня, что такие мастера приглашают меня. То есть я как бы рад всегда приехать в вашу солнечную Молдавию, поделиться знаниями. Думаю, что не последний раз и буду привозить ребят. Большое вам спасибо. Вам тоже огромное спасибо, Юрий Владимирович.